Источниками водоснабжения Актобе являются подземные воды 31 водозабора общей проектной производительностью свыше 180 тысяч кубометров в сутки. С начала паводка в социальных сетях и мессенджерах ходят слухи о заражении живительной влаги из-за половодья. В акционерном обществе Актобе Су Энерджи Групп заверили, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время качество воды находится на особом контроле. Актобе Су Энерджи Групп работает в штатном режиме. На нашу работу паводки никак не повлияли. Если в других регионах Казахстана питьевая вода поступает из поверхностной воды, то в нашем регионе это подземная вода. На наши скважины и трубопроводы тоже никак не повлияли паводки. Тех регионов, где предполагалась угроза паводков, те скважины закрыты. На данный момент из-за сложившейся ситуации идет усиленный контроль питьевой воды. Вместе отбирается совместно с санитарно-эпидемиологическим центром пробы воды и ежедневно проверяются на качество воды.